В системе «Город» не работает 6 касс. Сегодня проблему прокомментировали в самой компании. Оказалось, по новому закону в офисах должны работать кассовые аппараты нового образца, которые поставщик не успел предоставить. Мы хотим вас заверить, что абсолютно все нормально. Агент работает в штатном режиме. Никаких других предпосылок, кроме этих, на сегодняшний день нет. Мало того, мы провели определенные работы на этих пунктах приема. Сейчас размещены дополнительные информационные материалы с адресами ближайших пунктов, куда наши жители могут обратиться и произвести оплату коммунальных услуг. Вот такая модернизация касается всех 235 касс, которые находятся в городе Оренбурге. И мы говорим пока про город Оренбург. На сегодняшний день, значит, пока не модернизировано 71 касса. Ну и мы надеемся, что все-таки поставщики нас не подведут.